Чтобы быстро пройти к школе, жители Лунева много лет ходили именно здесь. Теперь им не придется пачкать ноги. Вместо грунтовой тропинки появится асфальтированная дорога. Строители планируют начать ремонт в Лунево уже на следующей неделе. Народные тропы. Так называются небольшие дорожки, которые протоптали сами жители, чтобы сократить путь к остановкам общественного транспорта или социальным объектам. Постоянные выездные администрации, которые происходят у нас в территориальном управлении, показали, что жители постоянно обращаются и постоянно просят для улучшения своих жилищных условий как раз данную тропу. А это уже деревня Брехово. Ранее от Луговой улицы до Пятницкого шоссе и остановки можно было пройти только по грунтовой дороге. Теперь здесь появился благоустроенный тротуар. Все народные тропы сделаны по определенным стандартам. Работу строителей оценили первый заместитель главы ХИМа Кристина Мадатова и представители администрации. Этот проект был как бы освещен Андреем Юрьевичем Воробьевым, губернатором Московской области, с целью там, где граждане ходят коротким путем, сделать народную тропу. Это некая асфальтированная дорожка шириной порядка 2 метров. Здесь же, в микрорайоне Школьный, совсем недавно благоустроили еще одну дорожку. Работу закончили после майских праздников. Замечательная дорожка, чудесная. Нам мало, да? Хочется везде. Хочется везде, да. Рядом с народной тропой высадили молодые кусты. Когда они вырастут, здесь появится зеленая изгородь. Жители призывают соседей бережно относиться к новому объекту. И вот здесь была такая протоптанная, не очень аккуратная, особенно зимой, не очень было хорошо ходить, неудобная. Но люди ходили здесь. И то есть, ну, я так понимаю, что эта тропа здесь просто необходима была. Коротким путем жители деревни Брехово ходили и в медицинский пункт, и до управляющей компании. Они регулярно шли по газону за справками и документами, а теперь ходят по благоустроенной дорожке. Люди пожилые, которые живут, да, в этих домах, им совсем сложно преодолевать эти препятствия, и поэтому была выбрана именно эта дорожка. Наши жители нашего дома очень довольны, то, что эта дорожка появилась. Представители администрации не только оценили благоустройство народной тропы, но и пообщались с жителями микрорайона Школьный. Также осмотрели парковку, детскую площадку и территорию возле озера. Всего в этом году в городском округе Химки благоустроят 8 народных троп. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.